Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне OnePlus Nord 2 можно изменить язык клавиатуры. Для этого мы с вами заходим в настройки, нажимаем дополнительные настройки, язык не сюда, нажимаем клавиатуру и способ ввода. Далее смотрим, какая у нас клавиатура Gboard, нажимаем языки, добавить клавиатуру и выбираем клавиатуру, которую хотим добавить. Пускай будет польский. Нажимаем «Готово». Теперь у нас добавлены три языка. Когда мы будем что-то печатать, видите, у нас сейчас английский, польский и русский. Чтобы изменить, точнее удалить ненужный нам более язык, выбираем его и нажимаем на корзинку. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!